Здравствуйте, меня зовут Распутная Анна, и я родилась и живу в городе Владивостоке. С 4 ноября 2010 года мой город носит почетное звание «Город воинской славы», присвоенное ему за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Золотыми буквами горит имя моего города на Аллее Славы в Александровском саду в Москве. На главной площади Владивостока установлен мемориальный комплекс. В центре расположена гранитная колонна дорического ордера высотой более 10 метров, которую венчает герб Российской Федерации «Двуглавый орел». По углам монумента стоят 4 тумбы с 16 барельефами, изображающими важные сцены из истории Владивостока. В год 70-летия Великой Победы мы еще раз хотим почтить память всех погибших и сказать, что мы не забудем, кто на самом деле одержал победу. В моей семье чтят и свят память о дедушках, участвовавших в войне, о Белом Владимире Петровиче, который ушел на фронт в возрасте 17 лет, и который служил в разведке, о Костылеве Александре Владимировиче, который служил в танковых войсках и охранял восточные границы СССР, о Савинове Никтополеоне Андреевиче, который в то время был юнгой огненных рейсов. Предметом гордости является то, что в нашем колледже работали ветераны Великой Отечественной войны. Корнеевский Александр Виссарионович, преподаватель по классу вокала. Проскуряков Михаил Федорович, преподаватель по классу баяна. Педагоги по военному делу Борисов Михаил Павлович, Павленко Василий Илларионович и Шумалов Дмитрий Ефремович. Вам, дорогие ветераны, мы посвящаем наше выступление.